Здравствуйте, ребята! Сегодня нас ждут сильный африканский лев и яркая аквариумная рыбка. Нам понадобится цветная бумага, простой карандаш, черный фломастер, ножницы, клей, линейка и стакан с круглым дном. Давайте начинать! Начнем с царя всех зверей – льва. Сделаем две заготовки. Из желтого листа сделаем голову льва с помощью стакана, простого карандаша и ножниц. Теперь нарисуем и вырежем туловище нашего льва. Приклеим фигуры на цветной лист бумаги. А какой же лев без гривы? На оранжевой бумаге линейкой и карандашом начертим полосы шириной примерно в 1 сантиметр. Посередине проведем одну большую горизонтальную линию, разделяя полоски на две части. Вырежем полоски по нашим линиям. Теперь согнем каждую полоску пополам и приклеим к голове. Черным фломастером нарисуем льву мордочку, лапки и хвост. Готово! А сейчас на очереди аквариумная рыбка, которая всегда сможет поднять настроение каждому. Сделаем два круга желтого и оранжевого цветов. Помните, как мы делали гриву льва? Сделаем 5 таких полосок разных ярких цветов для хвоста рыбки. Подготовим еще 3 полоски, в 2 раза короче прошлых, на этот раз для плавника. Сгибаем длинные полоски и клеим их на цветной лист. Теперь в ход идет желтый круг.
поверх него наклеим короткие полоски. Получился плавник рыбки. От оранжевого круга отрезаем половину и делаем голову. Из белой бумаги сделаем глаза нашей рыбки. А черным фломастером нарисуем ей зрачки и рот. А, смотрите! Какая прелестная! Сегодня мы сделали две чудесные аппликации. И теперь у вас есть свой грозный хищник и яркая рыбка. Обязательно покажите свои маленькие шедевры родителям. До новых встреч!